Мне завтра 5 часов вставать, алло. Алло, через 4 минуты это уже будет сегодня. Но вообще, если по московскому, то через 1 час и 5 минут. В смысле, что? Завтра же выходной, завтра же суббота. Какой нахуй выходной? У меня выходной в воскресенье. Если вы из Гондураса, то у вас уже 2021 год. Одни Гондурасы, блядь. Пиздец. Медведь почему-то всегда дохнет. Сейчас он, походу, у Турбо нахуй убрал концепции, да, дохнет, блядь. Принимает огонь на себя. Кто-то смотрел Хэнкока? Да. А что, вторую часть должны были выпустить? Ефрем. Молодцом. Твичи все равно лучше. Кто? Вися лучше. Вися. Да, она лучше. Фрем. Да хоть тебя не стропонят, ёпта. Я синхрой лучше, я. Че тут весь астропоинт, поэтому хуже. Это мой холипал, который хилит меня на холионе, так что нет. Твой я... надо будет передать ей эти слова, конечно. Она мой холипал. Это мой холипал. Мой. Алиса, твой, у тебя блядь, есть... протопал лимон, нахуй, без двух. Да, у тебя есть, у тебя есть другой паладин. Ну, у меня один протокол, а другой холлип. Так, класс. Собираюсь. Так, готовимся. Нотните флут, нахуй. Вы заебали реально, блядь. Лишний флут уберите. А, спасите, нахуй. А, блядь, тварь. Веди. Сука, сука, неровно идут уёбки, блядь. Дали, бомжей. Ебать, чуть не шопнули нахуй. АОЕ раздали. Да-да, АОЕ. А странно, ты тут, да? Что? Чистим дальше. Сейчас бью первый раз. Ну, блядь, давай. Ну, сука. Агро. Ебут. Да я знаю, я забираю одного, вы второго переагриваете. Что за... Что, у тебя второго танка нету? Что? Не знаю. Полипал. Не-не-не, бекам не выпал. Урод на эбу. Не знаю такого. Прото качает. Порылка, да, шестая ката. Скрипты? Что вы встали?
страшно. А, так вот, за стереотипы, нахуй. За все время, нахуй, я видел, как девушки только играют на Эрдру, на Эршамах, нахуй, на БДК-танках, на протопалах, полипалах и ШП пристыдицами. Видел Рогу, видел Ханта. Видел Сон. Рогу я давно видел, но только одного, нахуй. Видел Сон. Видел ШП. Да, на протоваре не видел ни одного, нахуй, да, танка, да, да, девушки. Да их качать ебанешься, блять. Что ж там по товару не будет? Вар чисто мужское, да? Да, да, да. Да, блять, типа он постоянно дохнет, когда им качаешься, и я отхилиться не... Я ни разу не сдох. Ну смотри, сколько сдохло уже, блядь. Посмотри видео у меня на канале, с 5 уровня прокачал этого вара. Я быстрый старт куплю лучший, блядь. Че нахуй мне притовать? Неадекватные люди больше запоминаются, чем нормальные люди, которые не тупят постоянно. Не-не-не, нормальные, которые не тупят, как раз тоже запоминаются. Вообще у нормальных людей все запоминаются. Не знаю, у нас хороших, бля, студентов никогда не запоминали, только уёбков. Блин, сравнение. Вообще хорош. Ефрем, расскажи нам что-то, как там у вас в Закарпутье? Ты давай бей. Ефрем, а ты был в Шоколаде? Чё? Она тебя приглашает на этот шашлык. Нет, я приглашаю в Шоколык. Прекрасное село. Надеюсь, это не Рофил Просарат. Шикелыки, дыки дым, нахуй. А есть еще село на Украине, Лохово называется, блядь. Так как тебя зовут, вот это вот, Полипал? Вот как убьешь Синдру, тогда скажу. В смысле, я уже убил Синдру, давай я тебе линканочь его тут. Так, где это? Земельный рейд, да? Так. Может, удали его нахуй, только сегодня надо ее, только от сегодняшнего дня надо ее линканочь. Падение Крыльнича, 25 минут. Сектор приз на барабане. Без ХМ или без ХМ, ну? Вот, смотри. Давай имя мне ПМ. Никому Паленка. Не Катя. Паленка? Зовут. Не, правда? Паленка. Паленка? Паленка. Паленка. Не, в натуре напиши в ПМ. И мне в ПМ, пожалуйста. Попраться. А чё вы внутрь, блядь, не зашли? Чё вы там все стоите, на? Дорогие мои. Ну, вздыхайте там, нахуй. Паленки, блядь. Перекинь. Бля, ко мне через 2 часа приедут. Кто, менты? Нет. А, у нас школьники, нахуй. Тебе 16 лет, кто к тебе может приехать в 11 лет? Пацаны из Шоколыка приедут. Есть такие, кто тут тактики не знает, а ну плюс они не кинут. А ГП будет за плюс? Да, миллиард. Сейчас, секундочку, а тут что, квест что ли? Угу. Какой-то есть, да. Шифтануть можете? Нет, он не шифтуется. Ну не, я шифтануть-то могу, смотри, блин. Оп, шифтанул, блин. Так, а поделиться им нельзя? Нет. Сверху стоит. Чё, дайте я его возьму. Посмотри, бери. ПМ, посмотри, отхиляйка. А все, вы это же пикапит Ефрема, пиздос. Да ничего не пикапит.
Ой, тут у тебя есть жена и дети. И чё я? Чё? А в игре у него нет ни жены, ни детей, всё нормально, блядь. Я просто имя спросил. А вот спроси, например, имя у мистера Дейбаттера, там, блядь, у Шреддера, нахуй. У Шреддера я знаю, Юра зовут. Шреддера, как тебя зовут? Юра у него написано. Чё, будем пиздеть? Да, я только его спросил по тактике, не знаю. Как вы тут на лестнице это делаете? Я просто всю жизнь был на балконе. Дай на шейперу, ассист. Надо шкаф поставить, изменить шамана. Глеб, который... Да, я подбегаю к квесту. Ой, блядь, разгрузочные деньги, нахуй. Готов. Что там, кто-то что-то блядь, после арта собирает, да? Ты будешь собирать? Я не, мне надо на утро, блядь, сам. Суманете или обратно бежать? Сумоним, тык. Так уже так. А здесь сапоты надо пить, правильно? Нет. Надо. Призвай, дай сапрот. Ты не в ту гильдию попал насчет сапротов. Вижу на каком-то сапроты, кроме танков, нахуй. ГП, блядь. Продам сапроты. За ГП, да. Че, раздали? А, как он тебе даст сапрот? Ну че, Мидвей, будешь командовать или будем стоять? Мидвей, фласка упала. Есть? Он на варе, он не может вам дать. Понял. А в ГБ есть? Мидвей, блядь. Меня выставляет, ты видишь? Занятый человек, блядь. Рыба у тебя Турб, есть? Спасибо. Угу. Чего ГБ нету? Да? Рыбу ставь, турбо. Этот как его? Стол поставь, пожалуйста. Где? О, у меня музыка заиграла. Где оно? Что? Так, где Алиса? Тут. Раз. Принимай, блин. Стрэндж. Настя, блядь, ШВ, ёб его идти. А нахуй тебе нужно? Нахуй, на всякий случай, да, я посмотрю, где у него, блядь. Так, чё это макрос? Чё, блядь? Ебать, пора своё ГБ делать, сука. Так, ладно, сейчас я выставлю. Так, соответственно, делаем квест, приоритет на вот шейпере, фулл баф дали, спрот пропили, танки, по тактике, соответственно, на второй фазе, как его, центр, это печенька, соответственно, туда выносите точно меточку, соответственно, если вправо прошу, соответственно, в крест уходите, это над тем, у кого метка, на второй фазе, соответственно, на взлетке, 5 меток вам стоит, не обязательно по ДБМ, какая у вас метка, в ту и бежите. Соответственно, уступаем место. Здесь понятно. Соответственно, со сморожением, как его, с обморожением 7 стаков, с освобожденкой максимум 5. Кто умеет, соответственно, может больше. Чек на готовность. У нас пала нету. А, так. Ефрем. Ефрем, давай, МП5, хожу налево, кулачки раздавай, шредер, каски. Ефрем, в лофе. Беспонтовый. Подождите, пускай меня зайдет. Мне не нравится Ефрем какой-то. Еще бы меня и в лампе МП называли. Бля, может не этот нахуй, а у него Т4 в пол? На танка? Нет. Бля, попробуем. Меня кореша Иосиф называют, и шо? О, Иосиф Ефремов, Иосиф. Нахуй.
Ефрем. Ты где там, бля? Написала, бля, я произойду. Из Discord кроупнулся. Да, его в Дискорде нету. Отхиляй, отхиляй. Если вайрнемся, будете слушать историю про протовара. Опять! Маленький протовар Ефрем. Как-то Войда новая тактика, видит, что ГП не помогает, тупо врубает историю про протовары. Там сразу все с первого трая закрывается. Кстати, Войда, я про этот для стереотипа говорил именно про то, что они мейн-чарами играют за этих персонажей. Но Рогу я не помню, вроде одного видел когда-то давно, блядь, мейн-чарами. Я? Мейн-чаром, у тебя мейн-чар ДК. Кто играет? А, ты про девушку? Про девушку. Не, есть. Бля, я вообще играла. Есть такие люди, которые. А, из-за локов пару видел, да. Чё такие... она написала? Бля, я призайду. Перезагружается, наверное, я так понимаю, полностью камп, всю хуйню. Если здесь ушло. А если нет, то я зайду хулипалом, блядь. Или он зеленый бабл, нахуй, дождется своей участи. Да бабла бери пока что, блядь, по. Она написала, перезайду, давайте минуту-две подождем тебе, блядь. Вот релогает вообще комп. Бабл просто на низком старте. 3 минуты перекур у вас есть. Бабл тупо на низком старте стоит, чтобы, блядь, сказали зайди, и все, он, блядь, тут. За котом пошел, блядь. Вот Ефрем здесь вернулся. Пока жди. Ефрем вернулся, нет? Если она как подписана, тоже Ефрем. Нахуй знает. Я, кстати, вспомнил одного вара девушку, нахуй. Рыжая хуйня, ты чё, сожрал? А, бля, да! На аликах была баба про товар, блядь. Это смерть, нахуй, рейду. Баба на протоваре, блядь. Да не, она пизда оттанет была. Так, её нету, походу бабла берите. Бабл, заходи. Валера, настанут твое время, эй.
А его Валера зовут? Надеемся, да. Если не переименируемо. В кастум он. Сука, из-за Ютуба у меня лагает игра, нахуй. Он Лёха. Ненавижу Лёха. Моса, ты починил экран свой-то? Лексусу дайте, снимите мод. Гильде. О, кто-то сагрел, прикинь, блядь. Какой хуй? Шреддер. Чё, вайп, да? Транквилит сам. Шаман, ты пробовал похилить? Да не себе. Вот ты черт, блядь. Спрашивает зеленый бабу, что ему бабу? Кавичком на срез. МП5. Походу от хиляйка зашла, да? Да, это она в Дискорде появилась. Ты что, огурцы грызешь? Я чипсы жру, я жрать хочу. Я с работы не ел. Корми меня, пожалуйста. Недостойно. А когда буду достойно? Не знаю. Отхиляйка с рейда пока что на замену. Окей. Все, Ефрем, не пришло твое время. Как тебя зовут, напиши. Ой, Defender of Nothing. Что-то это загружается. Не зависит еще что. Ну все, вот из-за... Теперь ты не узнаешь, как ее зовут. Угу, скажи, еще писала. Бля, я вспомнила одну гильдию, в которой все думали, что я Матвей. А ты что, не Матвей? Матвей, это не так? Мой, заходи. Нет. Загружается. Мне вообще этот сенсор говорил, то, что я похожа на Олега, блядь. Что, есть рыбы или нет? Которые вещи, да? А как в Долоране лестница? Там где-то кладбище возле стада. Лехнули по трупу. Где кладбище? Только где его труп? Вот тут, тут. А ну лестница. Эджан, вставай, блядь. Пришел? Блядь. Там, где кладбище будет? Нажми этот. Там наверху есть тебе кнопка переместиться к духу. А, на туре кнопка. Так не, так это. Че, блин? Ну прикольно. Ну, полезно. Твой труп целка, поэтому ты не рисуешься. Я понял. Похуй, будем бить с маской, блядь. Как раз два трая сделаем. Блядь, встаньте нахуй на место. И постойте. Давай принимай, блядь, рест. Да нет реста. Ну, в ангела, блядь. У ангела, вставай. Сука. Блядь, я в какую-то хуйню забежал. Ты не можешь протянуться к нам? Я еще раз протянулся. Чё за меня куда-то портует? Что происходит? Ну правильно, портует ледяную корону. О, хорош.
Блядь, никогда такого не было. Ну чё, Уайт, настало твое время рассказывать анекдоты? Тыкаем. Пиздец. Чего вы делаете? Давай включай про товары тогда, который смог. История про паровозы, который смог, блядь. Заагрить и синдром без команды ЕП не получит никто. Бля, как повезло людям, которые офлис. Как тот видос назывался? Юный протовар, который смог. Ну где ты это, блядь, пишешь-то? Что у тебя за горе? Они не взяли меня в ЗА. Сказали, слишком маленький левел. Сказали, пятую кату не пустит. Да это хуйня. А как же все истории про маленьких, которые проносили топ-контент? Дети дождя, например, люрки из дурки. Рыцари темного пива. А ты слыхал про юного протовара, который смог? Ну так я тебе расскажу. Жил да был юный протовар Вой. Вот однажды он пошел вагоном в целкачий сетёк. Юному протовару было дано задание не умереть от тычки тухлопуза. Надо ли говорить про трэш целка, который бил при 50к? Сучи ты потрох. Зачем ты остановил? Самое интересное было. Лилущик принимает сумму. Насосался уже, блин. Что у тебя за горе? Сука. Они не взяли меня в ЗА. Сказали, слишком маленький левел. Сказали, пятую кату не пустит. Да это хуйня. А как же все истории про маленьких, которые проносили топ-контент? Дети дождя, например, люрки из дурки. Рыцари темного пива. А ты слыхал про юного протовара, который смог? Ну так я тебе расскажу. Жил да был юный протовар Вой. Алло, гиена, блядь. Вот однажды он пошел вагоном в целкачий сетёк. Блядь, во время трая спадет, все нормально. Юному протовару было дано задание не умереть от тычки тухлопуза. Да бы люди посмотрели, что умеют. Надо ли говорить про трэш целка, который бил при 50к? Думаешь, это остановило юного протовара? Да черта с два, он танчил себе и танчил. Даже когда у него кровь пошла из глаз от ДПС и ХПС в рекаунте.
Думаешь, это остановило юного протовара? Правильно. Он танчил и танчил дальше. Бабло, что у тебя за твинки на? И все бы ничего. Да Близзард дали Личу способность осквернения. И как раз когда юный протовар танчил Лича... БАМ! Лужа в центре. Кругом кровавое месиво, тела разбросаны. И тут откуда-то выползает Лимон без обеих тринь. Ему больно, он подползает и говорит мне такой: Войд, я не чувствую своего ХП. А я ему: Лимон, у тебя его нет. Гляжу, перс у него дергается. Быстро, быстро, вот так. Я говорю: Лимон, до ближайшей трини еще 9 КОД. Если не можешь нафармить УД и купить ключ, значит тебе пиздец. И тут вдруг отовсюду резается трэш на Синдре, прям во время трая. Вовремя, а да? Из прожимок. Один блок щитом. Но делать-то нечего. Надо танковать. Умри, падла! Протовар Войд Дефендер Войдович живым не сдается! Идем Войда, Войда Дефендера. Да я там или где? На Синдре. Лимошка. Что? Лимошка, как ты относишься до девушек с именем Ефрем? Нет. Каким девушкам? С именем Ефрем. Ефрем? Да. С девушкой Ефрем? Да. Хер знает. Пока не встречал таких. У нас гильдия есть такая. Ефрем. Красивое имя, что мне нравится. Что, Лиса, твое настоящее имя Ефрем? Да. Простите, что скрывала это все эти годы. Астра, ты откуда такую взял? Да, это не я. Кто? Эбу. А, не, я. Что, она в гильдии, она, да? А Ефрем, да. Это вообще какое имя, какой национальность? Вообще русское имя. Ефрем, да? Сейчас погуглим, блядь. Женское имя Ефрем. Загуглим. Тебя стебут сейчас чуть-чуть, если что. Это еврейское имя. Ой, лол. Уже прогуглился. Угу. Мы с пацанами ехали, что-то в машине. Ну это мужское имя, нихуя не женское. Короче, пацан, ну, Карифан, говорит, такой, в Индии, говорит, хоронят как людей, их не хоронят, их, говорит, кидают, ну, к морю, и их птицы, говорит, съедают, короче, говорит, какие птицы, говорит, ну, такие большие, говорит, я говорю, что, стереотики, да нет, говорит, и давай, короче, другой тип спрашивает у этого телефонного Алисы, короче, какие птицы, говорит, питаются трупами, говорит, та такая, стервятники, говорит, а еще, это уже надо, говорит, в учебнике смотреть, прикинь. Телефон. Большой перерыв, уже маска спадает. Фулл ребаф раздали. Ну погоди, я в КВС пошел, блядь. Сука. Там, а нахуя мы 10 минут стояли? Просто так, ну? Вот, это как история про это. Про девушку, которая телескоп парню хотела подарить. Решил совета спросить, ей сказали, купи Хаббл ему, блядь, он будет доволен. Кого? Телескоп Хаббл такой есть. Хорош. Не слышала ни разу, не? Нет. Завидую тебе. У тебя столько интересного впереди.
Лимон космонавт. Угу. Сейчас летал на Марс. Да. Понятно, где он был все эти годы. Лимон, заводи свой канал на Ютубе, и мы будем смотреть твои стыковки станции Медвей. Так у меня есть. У меня есть канал. Так скинь ссылку. Тебе сейчас скинуть? Ну чтоб все подписались. Плюс один подписчик точно в виде Алисы будет. Стрим там включай. Окей, буду заливать тогда. Буги-буги-дуги. Костя, а можно на заказ стрим, где ты голый весь стрим будет? Да, писечку можно. Угу. Глеб. Тут. Ставь рыбу. Ой, ставь рыбу. Придется писюнуть. Шредер коня офни. Алиса, а ты не боишься увидеть такого, что ты потом мальчиков не будешь любить? А чё там у него такого, блять? Рыбу едим. Я уже поел, не знаю, чего так долго. Стрэндж же есть, сапрот нет. Я ему дал. Угу, отлично.